Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Белорива», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Вашему вниманию сегодня на обозрение предоставляется велосипед американской торговой марки Cannondale. Модель называется CDX Ultegra Disc. Данный велосипед относится к классу циклокроссовых велосипедов. Это раздел шоссейных велосипедов, которые предназначены для езды как по асфальту, так и по пересеченной местности, по неровным дорогам. Это связано модель данная уже видоизменена от шоссейных тем, что угол наклона вилки немного увеличен, что позволяет лучше переносить нагрузку по пересеченной местности, когда как в кроссовых велосипедах идет ровная вилка передняя. Данная вилка, стоит отметить, карбоновая. Она идет из карбона по всей площадке, и вверху, когда уже заходит в раму, здесь уже идет алюминиевая вставка, на которую наносится карбон, и тем самым алюминиевая часть соединяется с рамой и рулем. Сам велосипед алюминиевый. Рама, мы как видим, алюминиевая, довольно-таки легкая. Вес данный заявленный 10 кг, но при нашем взвешивании мы оценили наши точные весы, весит он на самом деле 10430 грамм. Это велосипед с размерой рамы 54, у которого уже стоят и педали, и все прикручено, боевой велосипед. Ну, в описании следующее. Конечно, это шипованная резина от торговой марки Schwalbe, которая хорошо будет велосипед держать на пересеченной местности. Многие берут этот велосипед для езды как по городу, так и пересеченной местности. Переднее колесо на эксцентрике, легко съемный. И тормозная система уникальная в классе данном. Это гидравлическая. Надо отметить то, что тормозуха здесь идет с диском тормозным и тормозными колодками, которые рассчитаны на максимально высокие температурные режимы. Здесь стоит колодка с радиатором, она тем самым имеет возможность лучше охлаждать, тем самым меньше нагревается, дольше служит. Цена, конечно, дорогая, но зато дает большой выход. Гидравлическая система тормозов — это довольно-таки не для всех моделей является нормой. В данном велосипеде класс есть. Рулевая, как вы видите, здесь полуинтегрированная, надежный, хороший узел. Руль, как вы видите, алюминиевый. Мы не стали накручивать сюда поролон, который идет с рулем, потому что мы вам хотели показать, насколько это все выглядит живьем. Ну, когда будут уже окончательно продавать, то мы накрутим специально поролоновую, получается, ленту. Идут баудены в раму, как мы видим. Это довольно-таки аэродинамично, хорошо, классно сделано. Тем самым удобно будет в приезде, меньше царапаться и стучать. Передние шатуны, все стабильно, все классно, как мы видим. Ну, все написано в опции. Ну, также хочется сказать отдельно, что пресс-фит втулка, это говорит о том, что внутри находятся подшипники, жестче и легче сам узел. Все остальное, конечно, в описании вы сможете увидеть, оценить. Ну, мы даем вам возможность визуально оценить это, не имея возможности посидеть, потрогать. Как мы видим, большой зазор между колесом и перьями позволяет ездить по пересеченной какой-то дороге с большой грязью. То есть не будет цеплять колеса. Задняя переключалка — это Ultegra, так же как и передние, монетки. Да и вообще велосипед Ultegra не зря называется, потому что на оборудовании Ultegra. Классное, хорошее оборудование, классный переключатель. Ну и звезды. Здесь уже звезды 2018 года разные. Они такие, как отличаются от прошлого года. Все смотрим в комплектации велосипеда. Как мы видим, здесь стоит ниппель под тонкий ниппель французский. Это хорошо, надежно. Стоят обода, которые можно переделать под бескамерную систему колеса. Это хороший, нормальный обод. Данный велосипед продается в нашем киевском велосипедном магазине на бульваре Перова. Если вас заинтересовала данная модель, то всегда готовы вас выслушать, посмотреть, предложить. Всегда готовы данную модель. Если вас заинтересовал наш YouTube канал, подписывайтесь. Всегда будем рады с вами общаться. Постоянным клиентам у нас скидки. Всего хорошего.